Такой омлет подойдет не только для завтрака, но будет уместен в любое время дня. К тому же омлет запекается в духовке, что делает его гораздо более полезным и менее трудозатратным. Вы можете добавлять в такой омлет любые овощи по своему вкусу, а также по желанию, кусочки мяса, курицы или ветчины. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Взбейте яйца и сливки, добавьте гречку. 2. С горошка слейте воду и добавьте в яичную смесь. 3. Маслины разрежьте пополам и добавьте в яичную смесь, посолите, поперчите. 4. Форму смажьте маслом, посыпьте сухарями и вылейте яичную смесь. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Запекайте в духовке при 200 градусах около 15 минут, ориентируйтесь на размер вашей формы. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Нам понадобится: гречка вареная, 100 грамм, яйцо куриное, 4 штуки, горошек зеленый, 200 грамм, сливки, 5 столовых ложек, маслины, 15 штук, сухари панировочные, 2 столовые ложки, соль, по вкусу, перец, по вкусу, масло сливочное, 30 грамм, количество порций, 3. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Буду скучать без вас.